Всем привет! Мы на природе. Будем жарить шашлычок. Погода отличная. Став такой большой. Вот такая красота. Рыбаки рыбку ловят. Вот так внизу, знаете, нас окружают, как видите, горы. И здесь очень уютно, нету ветра, солнышко греет, супер. Подышим свежим воздухом. Немножко трава начинает уже зеленеть, деревья только еще голые. Я уже так жду, когда уже будут зеленые листочки. Такая вот красота. Ставок большой. Мы своей семьей выехали на шашлык. Подышать, развеяться. Разжигают костер на мангале. Все хотят шашлыка. Привет, девчулечки. Мы на природе. Приехали на отдых. Да, конечно, еще не зеленеют деревья. Но... все равно хорошо. Птички поют. Слышите? Подышать свежим воздухом. Сейчас я вам сниму природу. Мне, конечно, знаете, я очень люблю, мне очень нравится гулять в хвойном лесу.
Там такой воздух. У нас возле дома, где я жила с родителями, хвойный лес. Мне он очень... Я когда у меня родилась, Вика была маленькая. И, ну, капризничала. Не хотела спать. Я вот это ее в коляску и увозила туда в лес. И потихоньку так по лесу гуляла. И Викуська спала хорошо. Ой, здесь вот, знаете, много мест люди оборудовали для рыбалки. И много мест, где можно посидеть. Столики. Видите, столики. Даже с накрытием. Лавочки. Мы культурно. Мангальчик. За собой все уберем. Мы всегда за собой убираем мусор. Никогда не мусорим. Увозим мусор с собой. Не люблю, когда люди придут, как свиньи. Мы всегда за собой убираем, наводим порядок. Да, конечно, вычистить бы все эти. Видите, никто сейчас не занимается. Я думаю, что здесь летом, весной люди отдыхают хорошо. Стол большой. Места всем хватит. Ехала машина. Мы подумали, милиция. Потому что было написано полиция на машине. Честно, думали, что к нам. Говорят, нельзя собираться больше трех. Но тоже, извините меня, маразм. Мы вчетвером. Это моя семья. Да, вот если у меня двое детей. Мне что, одного ребенка откинуть или что? Я не могу понять. Как так? А может быть, у кого-то трое детей. То есть их будет пятеро, выехали на природу. Все же лучше, чем сидеть дома. Должны что, двух детей дома оставить? Ну, я считаю, что это неправильно. Как-то не продумано. Но нет, оказалось, это полиция охраны. И они просто проезжали. Здрасте. Просто проезжали мимо. А мы так сначала думали, что к нам ничего плохого по всем законам, ни на земле. Костер в мангале разводим. То есть все по закону, все как положено. Решила прогуляться, пока жар сделают, пока шашлык туда-сюда. Девчонки, буду шашлык есть. Так хочу шашлыка. Ой, не могу. Ой, вот здесь солнышко. Вообще супер машина едет. Бомба. Я вижу, тут вы видите, костры палят без всяких мангалов. Ну, мы как положено. Мангал. Мы буквально от города в 10 минутах езды. Красота. Ой, мне уже хочется скорее, чтобы все было зелененькое, травка, деревья позеленели. Холодно еще. Ночами очень холодно. Еще у нас вчера отключили отопление.
Вы знаете, квартира утеплена, но что хочу сказать. 22 у нас было вчера на вечер. Ну, солнышко спряталось, конечно. Сразу мне начали ноги замерзать. Это ощущается, я хочу вам сказать. Еще передают минус 4. Будет сегодня, по-моему, будет минус 4 в ночь. Ну, отопление уже отключили. Не замерзнем. Ну, как-то, знаете, долго нет тепла. Такого, чтобы уже тепло-тепло стало. Вот такая вот. Видите, какие-то горы. Люди живут. Пойду назад. Что вот так, девчулечки. Нужно выезжать, дышать. Вы знаете, я не знаю, что-то... Вчера мы вышли вечером гулять. Взяли с собой Басю. Муж приехал с работы. Он вчера задержался. Был поздно. Ну, говорит, пойдем, я хотя бы пройдусь, подышу свежим воздухом. Тут целый день в цеху. Мы взяли собаку и пошли. Ну, что наша Басенька. Ну, она очень быстро устает. Бедненькая уже на обратном пути. Хотя мы вроде бы небольшой, ну, такой прогулку. Ну, как для нас небольшую. Бедненькая, хвостик уже у нее по земле волочился. Она до сих пор бедненькая, отлеживается, отсыпается. Вообще сегодня никакой утром реакции. Муж вывел ее, она сходила в туалет, домой. Ну, вот я просыпаюсь, она за мной ходит там, что-то. А сегодня Бася отлеживается, никакой реакции. Говорю, о, мы ее вчера выгуляли. О, дровишки, сейчас если... Не хватит. Знаю, где лежат. Так что вот так мы вчера. Не стали мы ее сегодня брать. Я боюсь, мы вчера по лугу с ней прошли, чтобы она клещей не нахватала. Почему я утром и переживала. Думаю, что она какая-то не такая. Хотя бы клещей не хватануло. Но я ее так все прощупала утром. Вроде бы нигде ничего не нащупала. Она же еще пуховик, лохматая. Ну, пока ничего не нащупала. Страшно, она же уже и старенькая. 12-й год. Чтобы все нормально с ней было. Потому что, когда раньше клещ ее кусал, мы ее прокалывали. И тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. А сейчас она, конечно, уже... Мадам в возрасте. Страшно. Привыкаешь. Реально отдушина. Вот она моя отдушина. Знаете, бывало на работе всякого. Идешь такой расстроенный. В душу тебе, как говорится, наплюют. Вот заходишь, а она встречает. Все. Понимаете? Ну вот сразу поднимается настроение. Только собаки могут быть такими преданными. Только собака будет тебя любить ни за что. Вообще люблю животных. Очень люблю. Вот смотрела ролик. Люблю смотреть, знаете, ролики про котов, про собак. Ну такие они забавные, умные. Я не знаю. Еноты мне еще очень нравятся. Есть ролики, где люди снимают своих енотов. Ну, такие, блин, милашечки забавные. Вот эти лапочки, ручонки такие. Оно берет виноградинку-то кушает. Ну, вообще интересно очень. Прикольно. Нравятся они мне. А ой, белки. Вчера смотрела ролики с белками. Тоже потеха и умора.
белочки. Все, рука устала. Доброго дня, подписчики наши и Оксанкины. Красота. Мы сегодня выехали на шашлык в Бездрик. Но сегодня прохладненько. Ну да, да. Ну красота. Красота. Да, хоть и солнышко, но прохладно. Я села и так по шее тянет хорошо. Вроде как ходила, так мне не было. Или может мы как приехали не туда, ну, ветер был не в ту сторону, и так было хорошо. А сейчас поменялся, может быть. Как-то так было уютненько, хорошо. Час кочегарим. Еще минут 40. Пока шпарик горит. Какие-то люди деревья пилят. Все равно лучше, чем в квартире. На свежем воздухе. Уже очень хочется тепла. Поскорее бы пришло тепло. То есть трактор темный, да? Так хочется тепла, чтобы все зазеленело. Сельский трэш. Шашлычок. Миша шашлычок.